Здравствуйте. На Зинке. На работу едем. Мужики, здесь не выйдете, я сразу говорю. Почему? Это пропуск? Пропуск недействительный. Как? Администрация отменила все пропуска, что он выдавал. Здесь нет. Чего? Здесь не выйдете, я говорю. Разворачивайтесь. А как мы выйдем? А как мы выйдем? Все вопросы в администрации. Она отменила все пропуска, что он сама выдавала. В городе ведем карантин. У нас не ее пропуск, а областная. У нас обеспечение безопасности движения поездов. У нас вот есть документы. У нас документы есть. Вот. У нас железная дорога. У нас железная дорога. Нам нужно проверить рельсовое хозяйство, обеспечение безопасности движения поездов. Галкин Юрий Юрьевич, это кто? Это я, оператор дефектосудной тележки. Вот мои документы. Нет. У меня мои документы тоже. Я паровал вот у нас. Разворачивайте. Почему? Потому что приказ постановления правительства Саратовской области запрещено. А вот это запрещено а вот этот пропуск. Въезд в город Ершов. Вот, сверху все написано. Сейчас просто, по идее, на машину выдается пропуск. Не на человека, а на машину. Разворачивайтесь.